Чуть больше 30 Иисусу было, Сын Божий завершал свое служение. О, если бы все те, кого любил Он, узнали это время посещения. В последний раз Он шел к Иерусалиму, и ожила еврейская столица, и Иисус был и желанным, и любимым. Вокруг Христа восторженные лица. Ему бы ликовать, царю Осанна, кричат, бросая ветви на дорогу. А Иисус заплакал, как ни странно, и взгляд Христа печальным был и строгим. Он знал, что этой же толпой так скоро подвергнется жестоким он мучениям, и крест позорный понесет за город, и на устах улыбка не рождалась. Да будет царь вовек благословенным, как радуются женщины и дети. А Иисус склонил главу смиренно. О, сколько раз Он видел стены эти! О, сколько раз Он исцелял недужных и благовествовал в Иерусалиме! И если б город знать хотел, что служит к его спасению и ко благу ныне. Но было то от глаз людских сокрыто. Они спасения время не узнали. И город много лет спустя разбит был. То люди смерть за грех свой пожинали. Сегодня Иисус вошел в наш город, готов Он всем, кто жаждет, дать спасение. О, если б грешники сердечным взором узнали это время посещения, не стыдно перед Господом склониться, а дать Ему грехов тяжелых бремя. Не вечно милость Божья будет длиться. Спешите, ныне благодать и время. Иисус зовет, как много равнодушных, но, может быть, Он в городе большом найдет одну единственную душу, с твоею встретиться душою. Аминь. Сердце целый ключ.